Приветствую всех подписчиков гостевого канала, с вами Елена Сминовик. Я продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре букс, а это значит заработок без вложений на просмотре сайтов. Вот такое вот у меня название. Это главная страничка. Сами просмотрите, и вывод здесь идет показано в режиме онлайн. Я проверила букс уже на вывод. Сейчас вот погуляла, посмотрела. Вот мой логин. И я выводила в тронах вот такой. Ой. Вот такое вот, где потеряла количество тронов. Сейчас, секунду. Надо закрыть этот телеграм. Да ёлы-палы. Ну ладно. Так, по регистрации все просто. Нажимаете зарегистрироваться. Имейл, логин, два раза пароль, капча. Кликайте зарегистрироваться. Вход по почте и паролю. Давайте войдем. Подтвердить логин. Попадаем в кабинет. Сейчас перейду на Faucet Pay. Вот мой вывод, я с него выводила. Я выводила в тронах 27 августа. Так, ну что, на почту мне ничего не пришло. И здесь минималки почти нет. Так как минимальный вывод здесь 5 токенов, а здесь за просмотр сайта сразу может, да, получаем 5 монет уже как бы есть на вывод. Просмотрели одну рекламку, как бы вывод уже и есть. Есть что выводить. Так, далее что? Dogecoin, TRX, USDT. Пройдемся по вкладочкам. Домашняя страничка, вкладочка рефералы. Находится наша партнерская ссылочка. Вот она, если кому надо. Можно присоединиться к их группе Telegram. Или это канал Telegram. Значит, это для рекламодателей. И депозит нам это тоже не надо. Значит, Pay-to-click, здесь рекламок более чем достаточно, аж 92 на 365 токенов. А вывод всего 5 вот этих токенов. И видим, за 60 секунд уже как бы минималка есть. Давайте найдем какую-нибудь коротенькую рекламку и посмотрим. Давайте вот за 30 секунд как раз тут 5 вот этих токенов на вывод. Кликаем. Все как обычно в обычных буксах. И ждем таймер. Разгадываем капчу. Подтверждаем. Возвращаемся. Все. Рекламку мы просмотрели. Таким образом просматриваем всю рекламу. Далее есть YouTube ТС. Естественно, так как я из России, здесь ничего не доступно. Если вам доступен YouTube, пожалуйста, просматривайте. Здесь сразу 50 токенов. И ПТС офервал. Мне также оно недоступно. Если вам доступно, просматривайте. Также кран, естественно, куда же без него. Кликаем кран. Значит, я тоже одну рекламку здесь. Ой, рекламку прошла, сделала один сбор. Значит, здесь можно 100 сборов сделать. Таймер 5 минут. 2,5 монеты. Здесь тоже очень просто. Антибот и капча. Что у нас тут? 3,5. Разгадываем капчу.
Подтверждаем на синюю вкладочку. Кликаем. Всего 2,5 монеты мне засчиталось. Короткие ссылки я также не смотрю. Ну и все здесь. Депозиты нам не надо. История. Вывод. Вот я выводила 40 минут назад. Комплект. Идем на домашнюю страничку. Здесь также, если вам доступно вот это все, мне вот эта афервала недоступна. Значит, выбираем, куда будете выводить Dogecoin, TRX, кликать надо. И USDT я выводила в тронах. У меня прописала сюда от Faucet Pay адрес кошелька. И он у меня уже сохранился здесь по умолчанию. Ну и что значит? Так, давайте его. Значит, у меня 7,5, ну, 7,7 монеты. Вот здесь сразу конвертируется как бы в криптомонеты. Это в USDT видим, сколько монет. В Dogecoin'ах сколько. Ну и раз я в TRX будет, пусть будет в тронах. Кликаю вывод. Если экран недоступен, вывод, пробуйте другую криптомонетку, как бы выводить. Бывает сборщик, как бы, сборщик, говорю, кошелек как бы не пополнен, и можно будет выводить в другой монете. Обновляю страничку. И проверяем вывод. Пожалуйста, вот название вот этого букса. Мои монетки 27 августа. Все шикарно платит. Ну вот и все. Тут система уровней идет, как я понимаю. Вот. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Неинтересно, пройдите мимо. Всем удачи, всем пока.